Здравствуйте, друзья! Мы находимся на курорте Друзский Инкай в Литве и сейчас проведем для вас видеоэкскурсию по спа-отелю Амбертон. Отель Амбертон Грин Спа расположен в тихом районе города на берегу реки Неман. Директор по продажам Наталья Валентьене работает в сфере отельного бизнеса с 2019 года. Наталья, расскажите, пожалуйста, об особенностях вашего спа-отеля. Добрый день! Очень приятно, что вы посетили наш новый инновационный Амбертон Грин Спа Друзский Инкай. Отель открылся совсем недавно, в 2019 году. Отель находится в историческом месте, на берегу слияния двух рек, Нямунаса и Ротничели. Замечательное место тем, что нету абсолютно никакой проезжей части. В Северной Европе это первый уникальный слип-спа. Почему мы его так называем? Потому что, во-первых, каждая комната оснащена эргономическими кроватями. Это уникальная кровать, которая сканирует и сон гостя, и следит за пульсом, за сердцем. Наш отель небольшой, можно сказать, 79 комнат. Комнаты разных типов. Вот все наши такие тона, наш интерьер полностью сделан для того, чтобы человек расслабился. Это такая не кричащая роскошь. У нас есть замечательный инновационный оздоровительный центр. Первая в Северной Европе гипоксика – это комната разряженного воздуха. Есть персонализированная кинезотерапия. Это полностью интересное, очень инновационное оборудование «Хубер» и «Карус». Уникальная кровать термоспа, которая расслабляет нашего гостя. Также такой вот очень интересный проект, который есть в нашем отеле, это сомнариум. Сомнариум – это уникальные капсулы сна. Именно сомнариум помогает полностью глубоко расслабиться. Это такая медитация глубокая. Также уникальные такие продукты у нас есть. Это специальные Brio Dream шлемы, которые предназначены тоже для глубокого расслабления. Есть все. И вертикальная ванна, и подводный массаж, и массажи разные, какие только хотите. Как гость захочет, он может выбрать специальные лечебные программы. Бассейн у нас работает 24 часа в сутки. Это тоже очень удобно для людей, которые хотят расслабиться, которые хотят перед сном сходить в бассейн, в джакузи, погреться в банях. Каждое утро проходит в 9 утра у нас кинезотерапия в воде. Очень такая популярная процедура. Удобно очень для людей, что каждое утро приносится вода с нашего источника, и наш гость может пить минеральную воду прямо в нашем оздоровительном центре. Плюс ко всем лечебной базе наших процедур у нас есть прекрасная косметология для лица. Это два новейших аппарата. Это аппарат HIFU и аппарат HydroJet, которые уникальные в косметологии. Новейшая вообще техника. Дорогие друзья, приглашаем вас на отдых и лечение в Амбертон Грин Спа Друзский Инкай. Двухместный номер стандарт. Площадь данной категории 20 метров квадратных. Номер состоит из прихожей, совмещенного санузла и спальной комнаты. В спальной комнате установлена двухместная эргономическая кровать размерами 180 на 200 сантиметров. При необходимости ее можно раздвинуть. Есть телевизор, холодильник с мини-баром. Отмечу, что он за дополнительную плату. Гостям предоставляются халаты и тапочки бесплатно. В шкафу установлен электронный сейф. Дополнительно в номере есть электрочайник, кофемашина, чайный и кофейный набор. А также комплимент от отеля – две бутылочки воды. Во всех номерах данной категории есть балкон. Давайте на него посмотрим. Вот так выглядит балкон. Вид открывается на парк и на реку. В совмещенных санузлах установлены душевые кабины. Есть фен, набор полотенец и косметических принадлежностей. Подключение к интернет по сети Wi-Fi, на полу ковровое покрытие, разрешено проживание с вашими домашними животными за дополнительную плату. Есть система климат-контроля. Мы увидели, как выглядит одна из категорий номеров. Подробнее с остальными можно ознакомиться на нашем сайте, там есть фото, описание и видео. Гости питаются в ресторане, который расположен на первом этаже. Сейчас мы пообщаемся с директором и узнаем подробнее о питании здесь.
Директор ресторана Анна Утешева в сфере гастрономии практикует с 2018 года. Анна, расскажите, пожалуйста, что и как подается на завтрак? Завтрак у нас проходит в режиме шведского стола. Гости приходят и могут сами выбрать то, что им нравится. На горячие блюда мы предлагаем мясное и сырное ассорти, колбаски, бекон, свежеиспеченный хлеб и масло. Подаем бенедикты яйца и на выбор либо же омлет, либо яйца глазунья. Из овощей подаем свежие овощи и также маринованные. Гости очень любят наши оливки и различные ассорти салатов. И мы подаем овощи на гриле, вареные овощи и различные вид каши. Если гость не находит кашу, которую он хочет, мы тут же можем приготовить. Из фруктов пользуемся то, что дает природа, местная. Часто ездим на рынок и закупаем местные ягоды. Из десертов выпечка, круассаны, булочки, пироги. И также десерты наши фирменные панакотта с различными начинками и чия, овсянка. Также из сладкого мы подаем вафли бельгийские, маленькие творожные пончики литовские и блинчики с различными начинками. Каждое утро мы подаем свежевыжатый сок из апельсинов и также предлагаем мимозу, коктейль с игристым вином и свежевыжатым соком и просто игристое вино. Также есть выбор других соков, яблочный, апельсиновый и домашний наш лимонад из малины. И вода. Кофе также, как и чаи, предлагаются гостям. Если гость хочет взять кофе не из аппарата, то мы можем сделать его в баре. А что и как подается на обеды и ужины? На обед у нас есть сбалансированное меню из двух блюд. Гости могут выбирать либо суп, либо салат на первое блюдо. И на второе блюдо предлагается два варианта. Либо вариант из курицы, мяса, или также может быть вариант из рыбы и морепродуктов. А ужины подаются по а-ля-карт системе из меню. Гости приходят и могут выбрать ужин из трех блюд. Можно выбрать в качестве первого блюда стартеры. Самые известные – это тартары, супы. Мы даже подаем литовский холодный борщ и наш знаменитый суп из баранины с черным шоколадом. На второе блюдо можно выбрать из птицы, из рыбы, из мяса и десерты. Напитки на обед и ужин включены чай и кофе и столовая вода. Остальные напитки гости могут в любое время заказать дополнительно. Возможно ли приготовление диетического питания? Да, возможно, у нас были такие гости с подобными потребностями. Мы этот вопрос решили, просто сели и обговорили, какие есть ожидания от нас, и по этим ожиданиям уже индивидуально для гостя готовили. Также мы можем для гостя приготовить вегетарианское питание, если у него есть такие пожелания. В спа-отеле есть собственное лечебно-оздоровительное отделение, которое расположено на нескольких этажах. Сейчас мы пообщаемся с врачом и узнаем подробнее о лечении здесь. Врач физической медицины и реабилитации Юрат Ивашчелени. Общая практика в медицине с 1994 года. Юрат, расскажите, пожалуйста, с какими группами заболеваний приезжают к вам в спа-отель? В спа-отеле лечатся заболевания, расстройства сна, в том числе все острые хронические заболевания, которые усугубляют или способствуют возникновению расстройств сна. Значит, это все заболевания, связанные с стрессом, с хронической усталостью, ортопедические заболевания, заболевания опорно-двигательной системы, позвоночника и пищеварительного тракта. А какие есть возможности у лечебного отделения? Уникальные процедуры в этом СПА есть такие. Это сомнариум с дополнительной кислородной терапией, флоу-терапия водной невесомости, гипоксико, есть кинезиотерапия. Это икарус, это такое устройство для физической тренировки с виртуальной реальностью. Равномерно тренируются все мышцы рук и ног. Хюбер установка объединяет в одно целое координацию, силу и баланс. Еще есть InBody, то есть анализ тела. Из этого мы можем подробнее составить какую-то программу лечебную. Проводятся разные виды массажей. Это расслабляющие, ароматерапевтические, лечебные, спины или всего тела, шиатсу стоп, детский массаж, лечебный массаж шейно-воротниковой зоны и головы. Подводный душ-массаж и лечебные ванны предназначаются для улучшения ортопедических и опорно-двигательных проблем. Есть лазер-нит, это точечный лазер. Есть брео-айдрим, это массажные такие шлемы с специальными волнами. Есть тенс, ультразвук, это для суставов. Стимавел,
стендокомпрессионная терапия, аппаратный лимфодренаж. По утрам проводится гимнастика в бассейне и группа физиотерапевтического лечения. Парафин и, конечно, минеральная вода. Питьевой курс минеральной водой назначается только после консультации с врачом. В спа-отеле есть собственный wellness-центр, который оборудован бассейном. Размер его 13 на 3 метра, наполнен он простой водой. Есть гидромассажные струи, джакузи и два вида саун. У гостей есть возможность запарковать свой автомобиль на улице или в подземном гараже за дополнительную плату. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал, следите за обновлением авторских видеороликов, а также наших социальных сетей и бронируйте спа-отель Амбертон по лучшим ценам и условиям на нашем сайте sanatoriums.com.